Вот это вот чудесное свидетельство. Дорогие, хочу поделиться свидетельством. Послала денежку пастырю Олечке. На завтра прихожу на работу и чувствую, что начальница хочет со мной поговорить. Начали разговаривать, и она сказала, что хочет повысить мне зарплату. С ее слов я поняла, что 2 раза. А так как зарплата у меня не ахти какая, то я чуть ли не заплакала от неожиданности, от помазания, которое накрыло и потекло из моего сердца. Когда я отправляла перевод, я ничего не написала Олечке. Но потом подумала, хоть бы она какое-то слово сказала, благословляю, и все. И вот оно благословение, которое я вообще даже не ожидала, но желала, чтобы зарплату повысили. Благодарю, любимый папочка, за моих любимых пастырев. А, аллилуйя, супер. Вы поняли принцип какой? Присылайте денежку Олечке, и зарплата повысится. Ну, я шучу, конечно. Это не точно. Вот, поэтому всем нашим любимым мы преломляем это чудо, чудо приумножения. И я высвобождаю это помазание на поднятие ваших зарплат, на увеличение ваших доходов, на очень-очень быстрый и серьезный карьерный рост. Я вас благословляю на бизнес, пусть это будет другой бизнес, пусть это будет очень-очень любимое дело, которое будет приносить вам деньги. Ну и, конечно, делитесь ими с Олечкой. Класс, сестричка. Аллилуйя. Отец, я высвобождаю сейчас силу воскресения. Высвобождаю сейчас силу воскресения. Пусть она могущественно проявится во всем теле Сына в количестве небесной цивилизации. Пусть прямо сейчас двинется сила воскресения, сила бессмертия. Отец, я благодарю Тебя, что это происходит. Мой друг, прямо сейчас принимай изменения, то есть правильное созерцание своего тела, правильное восприятие. Меня хорошо слышно? Да. Будьте со мной сейчас в этой молитве. Будьте со мной сейчас, друзья мои. Давайте сейчас вернемся, да, в эту осознанность. Возвращаемся. Если вы воскресли, скажи, я воскрес. Я точно из тех, о ком сказано, не все мы умрем. Давай скажем это еще раз. Не все мы умрем. Я из тех, кто не умирает. Потому что обо мне сказано, что если я умер и воскрес, то я уже не умираю. Воскресший Сын Божий, Он больше не умирает. Воскресший Сын Божий, Он уже не умирает. Смерть не имеет надо мной власти. Я воскресший Сын Божий, и я уже не умираю. Скажи со мной, я воскресший Сын Божий, и я уже не умираю. Я не могу умереть, смерть не имеет надо мной власти. Я имею власть над смертью. Ключи от смерти, ключи от ада в моей руке. Спасибо, Отец, спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Я сейчас хочу повысвобождать, ну, у кого есть декорации, болезни, почему-то они еще есть. Можешь положить руку там, где проблема, там, где болит. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас свидетельствовал, что силой воскресения симптомы ушли. Я точно знаю, что произойдут исцеления. Вы можете писать их прямо под эфиром. И также можете писать их в чаты.
сейчас повторяю внутри себя, пускай мысленно, да, вот это слово, бессмертие. Бессмертие. В этом огромная сила заложена. Огромная сила и радость. Друг мой, ты на престоле. А значит, ты воскрес. Тело, принадлежащее греху, больше не с тобой. Больше не с тобой. Ты жив сейчас только для плода, только для творения, только для чудес. Аллилуйя. Распарящий океан распарь, Улсьяминасебаресефьорчеварес. Пускай пульсирует внутри тебя это бессмертие. 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 Давай, тяни. Это все внутри тебя. Вся сила. Слава, которая воскресил из мертвых Сына Своего. Величие могущества. Оно в тебе. Оно в тебе. Оно в тебе. Бессмертие. Бессмертие. Каждый удар сердца. Бессмертие. Бессмертие. Нетление. Нетление. Не умираешь. Не умираешь. Отец, я благодарю тебя. Сейчас я буду говорить эти вещи, и ты получаешь свое исцеление. Кто-то уже начал, можете проверять, уже это происходит. Уже вы можете видеть результат. Я сейчас вижу, что там и в руках движение по локтям пошло, и в ногах, сердце по-женски. Вижу, что органы восприятия, глаза, уши, там горит сейчас, исцеление происходит. Аллилуйя, Отец, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя за проявленное нетление в каждом теле. За ангельское служение. Друзья мои, надо расшириться сейчас. Просто если тебе тяжело, я вижу, что есть люди, которым тяжеловато. Тебе сейчас надо представить себя как ворота, как дверь, главная дверь Царства Божьего, через которую происходит все. И слава является, и ангелы сходят. И все самое лучшее, оно внутри тебя, оно не где-то в небе. Я умоляю просто тебя сейчас, мой друг. Если только ты начнешь помышлять о себе, как помышлял Иисус. Он не верил в кого-то, чтобы воскреснуть. Он верил в себя, чтобы воскреснуть. И написано, мы должны идти по следам Его, носить Его образ, верить, что мы воскресшие. Верь, что ты воскресший. Верь, что ты воскресший. Знай это, укореняйся в этом, о горнем помышляй. Ищи этой убежденности там, где ты сидишь, с Духом Животворящим, здесь, на небесах. Во имя Иисуса, положи руку на место, где болит. Я сейчас вижу, крестец исцеляется. И прямо сейчас хочу просто проклясть миому. Прочь во имя Иисуса. Миома уходит. Положи руку туда, на женские органы. Я говорю, миома уходит во имя Иисуса. Женские заболевания уходят во имя Иисуса. Болезни суставов уходят во имя Иисуса. Зрение улучшается. Уши начинают слышать. Все пробки из ушей во имя Иисуса уходят. Сейчас вижу в районе солнечного сплетения. Наверное, это желудок там. Боль какая-то. Прямо такая ноющая боль. Она уходит вместе с причиной болезни. Потому что причин нет. Нету. Отец, я благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю. Слава, 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 слава. Побудь сейчас в этом потоке. Можешь поднять свои руки. Пускай сила нетления является, бессмертие является. Скажи даже со мной вот эти вещи, скажи, я не жду исцеления. Я в бессмертии. Здесь нет болезни. Я не жду исцеления. Я в бессмертии. Здесь нет болезни. Я не жду исцеления. Я в бессмертии. Болезни здесь нет.
болезни, покажи на свое тело, болезни здесь нет. Болезни здесь нет. Еще раз скажи это, болезни здесь нет. Я транслирую прямо это восприятие, и не будет уже ни слез, ни плача, ни воплей, ни болезни, ни смерти. Ты здесь сидишь, где все это свершилось. Свершилось. Болезни здесь нет. Я не требую исцеления. Я настаиваю на бессмертии. Я соглашаюсь с бессмертием. Я соглашаюсь с бессмертием. Аллилуйя. Сейчас везде, где ушли симптомы, боли, поделитесь с нами вашей радостью. Уже можете писать это. Уже можете писать это, пока мы принимаем причастие. Возьми, подними со мной этот хлеб, как написано, воспоминание о том, кто ты, кто он, вы одно. Воспоминание, что это было сделано. Вот так вот была смерть. Смерть его возвещается, но и не все. На смерти все не закончилось. Настал день. Настал день, друзья мои, когда бессмертие было явлено. И как написано, и он, воскреснув, уже не умирая. Принимая это со словами, я уже не умираю. Я из тех, кто не умрет. Я соглашаюсь. Я воскрес. Я живу вечно. Аминь. Это упражнение называется «Палец властелина». Вот возьмите свой палец. Это палец властелина, который реально понесет умножение владычества по всему миру. Возьми сейчас этим пальцем и дотронься на своем экране до кнопки «Лайк». Возьми сейчас под видео, там есть такая кнопка «Лайк». Нажми на нее. С полной уверенностью, что это поможет распространить то, что я сегодня говорю о бессмертии, как можно больше. Но ты знаешь, что отец, он любит три раза. Следующим своим движением нажми кнопку «Поделиться». Пум! Прямо нажми и скажи «Мой царский перст запускает это видео на миллионы просмотров, миллионы жизней». И нажми «Поделиться» и сошли на свои соцсети, везде, где ты есть. И третье, нажми, там есть комментарий, нажми туда. И потом быстро-быстро своим царским пальцем натыкай какой-то отзыв хороший, то, что ты сегодня получил, свидетельство и так далее. Аминь. Там да, есть еще четвертая кнопка, классная. Да, есть кнопка спонсировать. Это кнопка вообще всем кнопкам. Потому что это кнопка... Да, Олечка сегодня рассказывала, там все, и грехи прощаются, и болезни проходят. На самом деле, дорогие друзья, ободряю всех, кто, скажу вам, давайте так, по-семейному. Есть среди вас слушатели, которые меня слушают много времени, но никогда почему-то у вас не возникло желания поддержать нашу миссию, наше служение ни одним финансовым приношением. Я хочу сегодня это сказать не ради себя, потому что есть люди, которые все-таки это делают. Но меня изумляет. Я вижу полную картину. Когда, знаете, вот это обычная математика. Я просто беру общее, что, извиняюсь, приходит, и делю на количество людей, и думаю, странно. Неужели вот все эти люди, я смотрю по просмотрам, они меня смотрят месяцами, годами. Количество там подписчиков растет. Но когда я делаю эту простую математику, я понимаю, что многие слушают мимо ушей. Да, типа... Там, у тебя и так все хорошо. Да у меня-то все хорошо. Я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Написано, что этим самым ты подтверждаешь, что ты сидишь на престоле, в славе. Мне просто досадно иногда за некоторых людей. Поэтому сегодня я тебе без всякого стыда и стеснения, не боясь, что ты обо мне подумаешь, я говорю, тебе это надо. Тебе это надо, давайте славу. Я сегодня благословляю многих, кто меня слушает, ну, отдельных, но очень хорошими деньгами. Тоже делаю то же самое. Мне это надо. Почему тебе это не надо? Делай это. Делай это. Ты помогаешь строить этот храм. Храм бессмертия. Здесь и сейчас. Поэтому также Олечка правильно сказала, можешь нажать эту кнопку, подписаться, там, занести данные своей карты, чтобы у тебя было все круто в этом вопросе. Само.
Аминь. Брат Савл. Невероятные слухи. Будто бы он способен исцелить калеку, лишь прикоснувшись к нему своим плащом. Пускай это здесь полежит. Полтора года назад у меня цирроз печени. Диагноз такой поставили. Знаете, когда болезнь такая, которая неизлечимая, это такие боли были адские. Я вечерами приезжала с работы, лежала и плакала. И я дала моей маме, я дала свою майку, свою майку, майку моего мужа. Я начала одевать эту майку, ну это как есть, когда ты до такой степени веришь, что это, ну, последняя надежда. И мой муж стал ночевать свои майки, я в своей. Промоленной. Где-то через неделю я пошла на фибросканирование. У меня была конечная стадия, ну, четвертая. Потом стала раз и нулевая. Нету вообще ничего, как у младенца печень. Вот что происходит, когда веришь древнему миру.